Итак, друзья, продолжаем создание нашего сайта-лендинга на бесплатной платформе Blogger от Google. В предыдущих роликах, в одном из предыдущих роликов, значит, мы просто сделали с вами так называемые болванки. То есть вот эти вот посты ни о чем, просто они у нас как шаблон, как пример, чтобы они у нас вот здесь были. Вот их 5 штучек. Теперь нам надо наполнить их содержанием. В предыдущем ролике, который я уже, соответственно, по частям разберусь, какая это часть, пронумерую, и у меня будет в блоге по очереди все это расставлено. Мы, значит, сейчас будем вот этот пост превращать в настоящий пост. Итак, берем, переходим сюда. Все это удаляем, потому что нам вот это все не надо. То есть мы болванку полностью вот так удаляем, удаляем, удаляем. У нас остался чистый лист. Мы уже проделали подготовительную работу. Сейчас нам нужен здесь текст. Текст мы будем брать здесь. Будьте внимательны, вот постарайтесь. Вот здесь просто написано количество слов. Если надо, переведите через переводчик и поймите, что вам не надо отсюда брать. Скопировали, перешли сюда. Вставить как обычный текст. Обращайте внимание, когда делаешь Ctrl-C, Ctrl-V, оно вставляется в формате. А когда просто как обычный текст, то и задний фон, и все такое, оно... Все именно просто как текст. Никаких лишних ненужных вещей. И вот так вот. Раз, чуть-чуть подправили. Взяли, допустим, вот это убрали. Ну, по тексту через переводчик вы поймете, где что надо оставить, а что убрать. Я просто сейчас сходу все читаю и убираю. Так, проделали это. Теперь сюда, естественно, сверху нам надо вставить картинку. Вставляется картинка вот так, вы все знаете. Загрузить с компьютера, выбрать файл. Ну и выберем... Допустим, у меня уже скачанный. Ну, пусть будет вот эта картинка. Выбрали, вставили. Вот она вставилась здесь. Проскроллим чуть-чуть ниже. Ну, давайте и размер посмотрим, какой. Средний. Ну, пусть будет средний. Дальше можем, если что, изменить. Закрыть. И, допустим, еще одну картиночку вставим вот сюда, да? Не надо перегружать картинками, ребята и девчата, потому что оно, ну, лишнее. Потому что еще и через вот вашу ссылочку посетитель переходит на сам сайт, там тоже куча картинок, так что смысла вот именно... делать очень много картинок в самом блоге нету смысла делать много картинок, просто парочку, чтобы сам блог выглядел чуть красиво. Вот так вот сделали. И дальше, допустим, раз текст сделали жирным, можно его подкрасить, пусть будут красными, допустим, буквы. Вот так раз тут чуть-чуть подправили, чтобы не было больших пробелов. Опять же, взяли, сделали большими, сделали красным цветом. Ну, чтобы чуть-чуть видок придать, да, так сказать. Вот еще вопрос, допустим. То есть это
вопросы и тут же ответы, да, на эти вопросы. То есть статья сделана, так сказать, с чувством, с толком, с расстановкой. Так, подправили здесь. И нормально. Ну, будем считать нормально. Окончательный вид в любом случае всегда можно вот кликнуть превью. И вы увидите, как это все выглядит. Вот так, 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 так. Ну, мне нравится. Если вам не нравится, можете картинки сделать побольше, можете где-нибудь еще красное что-нибудь подчеркнуть. Сам принцип, как это все делается, вы увидели. Здесь мы что пропустили, мы название оставили. Вот видите, во время предосмотра все видно. Переходим сюда и смотрите. Здесь, вот, если перевести, как реально могут карты Таро, ну, даже тут не пишется, что гадание, как Таро может вам помочь в реальности. То есть это призыв заинтересовать, узнать больше об этих вещах, о картах Таро. Вот это то, что мы написали, скопировали с лендинга. Новый там 22-го года интерактивное гадание, любовное, тем более по картам Таро, оно как бы более подходит под рекламу. Вот когда будем где-то продвигать, мы можем вот это использовать именно такое выражение. А вот это как под заголовок, да? Помогают ли карты Таро реально на самом деле. Так что копируем вот это. То есть мы даем какие-то познания, да, вот, нашим потенциальным клиентам и вставить. Вот хотим их как-то заинтересовать. И опять превью посмотреть. Ну, это со старого осталось. Так, апдейт. Еще раз. Превью. Вот, теперь все правильно. Теперь все правильно. И последнее, что нам остается, в парочку мест поставить, в этом тексте поставить призыв перейти на нашу вот аффилированную ссылку. Как мы делаем? Мы вот так вот копируем вот этот призыв. И вот здесь вы можете даже вот так вот вживую смотреть, где же удобнее всего вставить эту ссылочку. Ну, одну, естественно, в конце. Вторую, да, допустим. Не обязательно, можно в самом конце. Только одну вот призыв поставить, и достаточно. Ну, пусть будет одна ссылка вот здесь, вот посередине. Так. Чтобы оно не было, так сказать... Так, вот здесь. Посередине вот этого абзаца. Вот так. Выставляем посередине. Вписываем вот это. Можно его вот поменять, сделать жирным, сделать в косую черту. Сделать, допустим, ну, какого-то там, не знаю, синего цвета, пусть будет так. И сюда вставляем наш affiliate-link. Копировать. Вставляется ссылочка вот так. Вот здесь значок ссылки. Кликаем по нему. Вставляем ссылочку свою. И здесь чекбокс, чтобы открывалось в дополнительном окне. И применить изменения.
После того, как сделали, посмотрели, нравится, не нравится, можете поменять цвет. Поменять цвет, допустим, тоже сделать красным, розовым, не знаю, там каким-то, посмотреть, как оно смотрится, да, хорошо, нехорошо. Чтобы было в тон, так сказать. И давайте остановимся, ну пусть на зеленом. Сейчас не будем уже вымучивать. Вот так вот. Раз. И теперь скопировали вот это. И посмотрели в самом низу. Вот закончилась у нас статья. Выставили этот призыв по центру и вставили. То есть в двух местах мы предложили, опять же, не надо делать слишком навязчиво все это. Пусть все будет, так сказать, в пределах вкуса. Вот здесь, ну, сейчас, если честно говоря, зеленый цвет, он как-то расползается. Он какой-то маленький. Можно в крайнем случае, чтобы он вот так вот раз выделить его и сделать чуть не заголовок, а вот так вот под заголовок, вот так. И цвет, конечно, поменять тоже. Зеленый тут совсем не смотрится. Ну пусть будет тоже красным. Красный как бы призывает к действию. Угу. Вот так. И здесь тоже поменять. Сделать его красным и сделать его под заголовком. Вот так. Они будут одинаковые. Апдейт. Превью. Вот если вы хотите, кликните здесь. Если вы хотите, кликните здесь. Ну, вроде красивенько, аккуратненько. Ну, можно здесь, допустим, пробел большой, его сделать поменьше, вот, перейти сюда. То есть это все, ребята и девчата, делается очень просто. Раз, выделили, сделали заголовком, и все. Апдейт. Не забывайте обновлять. Чем чаще вы после каждого своего действия обновляете, тем лучше. Ну и в общем, чтобы ролик не затягивался, решили, что с этим покончено. Теперь, если этот сайт посвящен какой-то нише, допустим, эта ниша будет у нас вообще гадание, астрология и все такое, не забываем вот здесь поменять лейбл. Вот здесь мы сейчас напишем Тарот, то есть гадание по картам Таро, да, вот такое, такая тема пусть будет. И Enter, Enter, Update. Все, сохранили. Теперь у нас оно будет вот в таком виде. Еще раз, значит, можете посмотреть, как выглядит через десктоп, как выглядит через телефон. Как выглядит на мобильном. Прекрасно. Я так думаю. Закрываем страницу предосмотра. Так, я ее сохранил, конечно, если не ошибаюсь. И обновляем сайт. Вот у нас вместо того, что было, дамы с сумочкой, вот появилась эта статья, вот, помогает ли карта Таро. Кликаем, читаем текст, уже видим вживую и смотрите. Человек, если хочет узнать побольше, он кликает сюда и переходит вот эта наша аффилированная ссылочка. То есть при переходе и дальнейшем действии мы зарабатываем те изначальные, как сказать, сколько там было, 18 с чем-то долларов. Точнее, не
от самого перехода. То есть здесь, вот смотрите, бесплатное любовное гадание. Естественно, раз есть слово «бесплатное», очень многие будут начинать в это, так сказать, втягиваться. Возможно, одно гадание там, вот вы выберете две карты, просто я не хочу тут кликать, чтобы не было так, что я сам у себя набиваю клики. Но получается так, вот человек один раз там пошел на бесплатное гадание, выбрал две карты, там, скорее всего, какой-то бот что-то там отвечает. После этого, допустим, я даже не знаю, как тут сам процесс идет, просто я приблизительно знаю, как все это действует. После этого они говорят, если вам там хочется узнать больше, скиньте ваш имейл, там, и мы будем вам посылать еженедельные там ваши отчеты по вашим данным. Да? Там год змеи, под луной, не знаю, под каком-то знаке зодиака, все такое, и там, и начинается там уже, или курс они продают по какой-то цене, или что-то, и вот когда они уже делают что-то платно, после того, как клиент, так сказать, готов, мы зарабатываем деньги. Что значит вот гадание? Обычно это люди суеверные, они идут на такие вещи. Тема вполне себе ничего. Вполне себе ничего. Итак, смотрите. Значит, в итоге мы, допустим, вот решили вот этот вот, именно этот блок превратить отдельно по теме астрологии и гаданию. Если помните, я там показывал, что есть такое, допустим, гадание на Тару, на которое надо получить еще и одобрение автора. Когда вы запрашиваете одобрение и там ему пишете, что я буду продвигать, допустим, вот это вот ваш оффер через свой блог. И скинете ему ссылку. Он зайдет сюда, увидит, что да, у вас здесь приличный блог по теме. Ему подходит, все сделано красиво, аккуратно. И тогда он даст вам одобрение, чтобы вы и его продукт тоже продвигали. Поэтому надо начинать с малого. Надо начинать, надо бизнес развивать. Этот бизнес приносит деньги, но при определенном подходе. С бухты-барахты его не возьмешь. Итак, мы решили, допустим, с вами, что у нас вот этот будет блок по гаданию там, и все такое. Мы можем взять несколько статей, всяких публикаций, позакидывать к себе вот, про гадание. Вот этот мы взяли. Вот этот мы взяли, там несколько тем взять и создать блог по гаданию. Будет несколько там аффилиат линков, ссылок и все такое. Теперь смотрите, о чем я хочу вам еще показать. Вот этот сайт, он... Теперь мы переходим вот к заключительной части. Там, где я брал аффилированную ссылку, там несколько людей продвигают, вот делают то, что, ну, гадание. Вот то, что мы взяли, это у нас была Лилиан Амаро. Из того места, где берется эта ссылка, есть переход на вот этот сайт. Вот смотрите, они все медиумы, да, так назовем их. Они все медиумы, и для того, чтобы продвигать остальных, вот смотрите, то есть превращается вот этот наш блог в разные
гадания, да, в разную, там, поняли, да, тему по гаданию. И смотрите, допустим, вы, смотрите, самсара, weight loss, то есть какой-то способ похудения. Я такое, ну, не знаю, потому что там, тем более ТМ, это, скорее всего, какая-то торговая марка. Вот смотрите, и вот этот сайт. Если кликнуть и перейти по этому сайту, вот это сам сайт, как это делается, что это делается. То есть для того, чтобы продвигать этот продукт, вот смотрите, этот продукт, чтобы продвигать. Видите, сколько откликов, то есть вот такая вот страничка. Нам предлагают вот получить инструменты, партнерские инструменты, Affiliate Tools. Когда кликаешь сюда, смотрите, что мы видим. Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь. Естественно, у нас логина нет. Мы кликаем по регистрации. И здесь мы видим ClinkBank ID. Введите свой ClinkBank ID, а дальше имя, email и пароль. Получается так, что без аккаунта в ClickBank вы не можете продвигать этот товар. Вы не можете расширить свой бизнес. Поэтому для того, чтобы все это делается пошагово, ребята и девчата, вот только вот на этом, на этой теме и через вот одну вот эту ссылку можно создать вот такой вот блог, который будет полностью посвящен гаданиям. И допустим, если вот сюда еще где-то добавить вот эту самсару, например, ну человек пришел сюда за гаданием по картам и увидел самсару тоже. Перешел туда, он читает, почему блог, он чем хорош? Он раз посмотрел, перешел на эту самсару, может, не взял то, что вы изначально хотели продвинуть, а взял вот эту самсару. Вот таким образом работает вот аффилированный маркетинг. И для того, чтобы продвигаться, для того, чтобы начать, для того, чтобы достичь результатов, надо делать все это пошагово. Итак, этот ролик вроде бы получился довольно-таки долгий. На этом заканчиваю. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.